Товарищи, не разбредайтесь, пожалуйста, мы уже сейчас пойдем. Еще одно объявление. Товарищи, в этом году мы приготовили вам еще один сюрприз. Вместе с собой мы понесем чучело бюрократа, который потом торжественно сожжем. Чучелом будешь ты, Гаврилюк. Но через не могу. Через не хочу. Тебя партбюро назначат. Нет, без партийных нельзя. Они плохо горят, от них дыма много. Потом ты у нас передовик, и за тебя нашему цеху все время план добавляют. Тебя спалить — одно удовольствие. Ну ладно уже, пора идти. Что у вас рожи у всех такие кислые, как будто вы на похоронах? Один я шучу.